Еще бросок. Вадим Вашкевич шайбу. Зафиксировал и у нас драка. Никита Ермачков против Павла Дашкова. Ну что, пошло-поехало. Никита Ермачков, Павел Дашков. С правой, с левой. И все-таки победу в этой дуэли одерживает. Кто? Павел Дашков. Все-таки уложил он. Смотрим. Один удар, второй, третий. И здесь мы видим, берет за голову крагой Павел Дашков Никиту Ермачкова. Разозлился еще больше и, сказать не прямым ударом.